Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор пустых баночек за июнь месяц. Вот такой вот небольшой пакет, но достаточно увесистый. Здесь 24 баночки от компании Siberian Wellness на сумму 16 280 рублей по ценам сайта. Итак, начнем по порядку. Мой любимый продукт, и, наверное, это самый такой легендарный продукт компании, бальзам Корень. У него очень крутой состав, то есть он широкого спектра действия, и в нем очень много трав, да, сибирских трав. У него аромат, знаете, на что похож? То есть если закрыть глаза и нюхать, то будет ощущение, что находишься в хвойном лесу. Такой вот мягкий, добрый, насыщенный аромат. И что я про него скажу, кстати, уже не первая бутылочка у нас закончилась, постоянно его заказываю себе, у родителей тоже есть, и всем рекомендую. Итак, наши результаты. Его, в принципе, можно использовать в разных случаях, но я перечислю основные. Если чувствуете, что вы заболели, да, вот бывает такое, уже начинает першить горло, может быть, температура повысилась, насморк, глаза слезятся, голова начинает болеть, что мы делаем? Берем бальзам, может быть, тут есть немножко... тут капельки остались. То есть мы берем вот этот прям бальзам, и можно натереть виски. Во-первых, подышать им и натереть виски, то есть стереть, обработать внутреннюю поверхность ноздрей, носа, и натереть горло, грудь, спину, можно натереть ступни, икры. Знаете, если высокая температура, то детей прям вот полностью натирают этим корнем, и, во-первых, чистится пространство, как ароматерапия, реально так люблю, когда им пахнет. И что еще можно делать? Даже развести в воде, полоскать горло. Кто-то скручивает турундочки, смачивает и вставляет в нос. Но я, видно, вставила тоненькие, глубоко. Я так чихала, у меня просто все щекотало, чихало. И мне достаточно просто натирать. Был у меня такой случай, что я один раз почувствовала, что я заболеваю. Далее, полоскать горло, я уже сказала, и даже обертывание, да, то есть можно натереть грудь, приложить фольгу и замотаться на 30 минут, но не больше. Я сама не пробовала, но девчонки вот все как один пишут, кто попробовал, прикладывали фольгу, потом ее снимали и заодно эксперимент делали, на руку тоже оборачивали или на то, где не болит. То есть, а потом смотрят фольгу, а она вся в дырочках. Я еще не пробовала, но если будет вдруг такое случиться, что кто-то из семьи заболеет, я обязательно попробую. Далее, прям недавно был такой эксперимент. Мы поехали собирать смородину к родителям вечерком, когда уже не такая жара, но солнце ушло, пришли комары. А я в летней одежде, в шортиках, да, в маечке, и я слышу, говорю, мама, дай что-нибудь от комаров. Она говорит, ну у нас ничего нет. И тут я вспоминаю, что в чате писали, что корень хорошо помогает от комаров, прям отпугивает их, и от клещей, и даже обрабатывают животных, то есть берут животных, вот холку им, да, ну, туда капельки, вкапывают и немножко растирают. Я говорю, неси корень. Я натерла ноги, ну прям нанесла на ноги, на руки, чуть-чуть на шею, вот все, что было открыто. Ну и все, я забыла про комаров. Спустя какое-то время приходит Миша помогать, он там какие-то дела поделал, пришел, говорит, давай я тебе помогу. Садится и начинает. Хлоп, хлоп, хлоп. Я говорю, ты че, он комары? Я говорю, корнем натрись. Ну, как бы я это сказала, мне кажется, я постоянно в семье об этом говорю, корень, корень. Я говорю, корнем натрись. Вон лежит, и он такой, да вот у меня есть корень, берет, выдергивает какой-то сорняк и показывает, натираться? Я говорю, да ладно, не шути. То есть вот реально работает, у меня ни одного укуса, Мишу покусали, но он потом тоже натерся. Так что, кстати, при болях в суставах мышь тоже помогает, при растяжениях. В общем-то, вот такой вот целый перечень, где его можно применять. Если интересно, напишите мне, я вам дам ссылку на мой чат, зайдете и будете читать, я там постоянно выкладываю что-то интересное. Далее, многие спрашивают, да, про уход за лицом, нравится ли мне здесь уход или нет.
Могу сказать однозначно, что он мне очень нравится. Я уже попробовала несколько разных вариантов: крем дневной, крем ночной, очищение, гидрофильное масло сейчас использую. Но вот сейчас конкретно расскажу про вот этот гель для умывания с омега-кислотами. Здесь комплекс жирных кислот омега-3, 6 и 9 и натуральный бета-каротин. Такой вот оранжевый флакон, вы знаете, аромат сладкого сочного грейпфрута, у меня по крайней мере такая ассоциация. Очень удобно с дозатором, очень круто, большой объем тут, по моему да, 300 миллилитров хватило нам надолго, мы с дочкой вместе, мне кажется, и Миша тоже пользовался. Одно нажатие на пальчиках, вспенила, да, распределила и на влажную кожу личико нанесла, все помассировала, смыла. Прекрасно очищает, очень понравилось вообще все. Но сейчас заказала попробовать пенку, и я могу сказать, что пенка мне нравится больше. Но и это средство очень крутое, а пенка она просто нереальная, она такая нежная, такая пышненькая. Тоже как-нибудь, ну как закончится, я вам ее покажу, а может быть покажу свое очищение, свой очищающий уход. Так, ну раз уж говорим про уход, сразу два средства здесь как раз лежат. Взяла на лето попробовать с SPF 15 восстанавливающий дневной крем для лица с пептидами. Ну и первое было, да, непонятно, как открыть. Оказывается, все просто. Повернули крышечку, отвернули. То есть выезжает, заезжает. Очень удобно, потому что не надо все откручивать. Все герметично, все спрятано. То есть открыть крем, пощупать, понюхать никак не получится. Он там внутри спрятан. Далее. Что мне очень понравилось, его консистенция. Если сейчас, может быть, капелька здесь какая-нибудь осталась. Да, вот маленькая капелька есть. Смотрите, он густой. Он такой плотненький, маслянистый, то есть невероятный аромат, вот невероятный просто. Я настолько полюбила некоторые средства, вот именно которые с такой маслянистой текстурой, когда наносишь, во-первых, нанесение настолько гладкое, легкое, вроде бы кажется плотный крем, но он распределяется идеально. Вот этот природный аромат, здесь нет никаких отдушек, все составы натуральные. Что мне очень понравилось, то что наносишь, сначала вроде бы он маслянистый, думаю, боже мой, будет жирно. Он впитывается, и просто гладкая-гладкая нежнейшая кожа. Я была поражена. Потом я себе заказала точно такой же крем, только здесь вот 30 миллилитров объем, а я взяла просто с пептидами, здесь восстанавливающий, а тут просто с пептидами. Он повыше, точно так же выглядит. Он более жидкий, у него совершенно не маслянистая текстура. Вот все уже, все, он впитался, то есть впитывается очень быстро. Тот же крем, у него более легкая текстура, то есть у кого жирная кожа, у кого вот проблемы, что лицо потеет сразу, да, под кремом. Он идеально легкий, но у того нет вот этого аромата бесподобного, нет вот этого, даже вот мне понравилось, что этот немножечко как бы для начала кажется жирноватеньким. У меня кожа нормальная, немножко Т-зона выделяется, да, вот лоб чуть-чуть блестит, да, чуть-чуть. Ну, я еще хайлайтером помазывала, кстати, я сегодня даже пудрой не пользовалась, вот что интересно, у нас, кстати, такая жара, может быть, это тоже немножко сейчас лицо поблескивает, но это вот реально просто легкий крем и легкий тональный крем, без всяких вот пудр и нагромождений. Поэтому я могу сказать, что этот крем мне понравился больше. Я в восторге. Я даже сейчас видела, что он идет по акции со скидкой. У меня прям слюнки такие потекли, заказать еще его. Думаю, так, нет. Следующий у меня стоит по плану. Я буду пользоваться другим кремом. Я хочу все разные перепробовать, чтобы у меня уже было четкое представление, как это все устроено. Сейчас я держу в руках волшебную баночку. Это просто невероятный продукт. Я аналогов еще не встречала. Это патчи, гидрогелевые патчи. Я даже один здесь оставила. Как устроено все? Обычная крышечка, лопаточка такая вот плоская, чтобы достать патч. Далее здесь тоже плотная крышка, ее прям вот так вот с усилием мы открываем, закрываем. Внутри 60 патчей. Когда я почитала их состав, у меня было одно желание просто их съесть, потому что настолько классный, вкусный состав.
тут и гиалуронка, и ниацинамид, и разные масла. То есть вот такой патч, его можно приклеивать абсолютно на любую зону. Можно на зону под глаза, на верхнее веко, если оттекает, можно на межбровку, можно, если вот у меня вот тут залом, да, я сюда приклеиваю, на носогубки. То есть в любое место, куда вам хочется. Какой интересный эффект от этих патчей? Во-первых, их носить можно долго, и 40 минут, и 30, да, сколько хотите. Они подсушиваются, но не создается, да, как вот некоторые патчи, они назад влагу высасывают. Нет, эти прям вот отдают влагу, снимаешь патч и падаешь в обморок. Кстати, недавно делали на встрече в офисе. Единственное, конечно, у нас была ошибка, то, что мы не умыли лицо. То есть девушка весь день проходила с макияжем, пришла, и я не успела даже увидеть, она бамс его прилепила. Я такая, так, надо было хотя бы протереть салфеткой. Ну ладно, она в нем просидела минут 20, мы снимаем патч, я это фотографирую, да, разницу. Мы один приклеили, один не стали. Все в шоке были, потому что у девушки сильные мешочки припухлости под одним глазом, а под другим гладенько. То есть этот патч, он работает как утюжок, он убирает темные круги, отеки, разглаживает мелкие мимические морщины. Просто ощущение, что утюгом так погладили, магия просто, мы были в шоке. Если получится, фото сюда вставлю. Так вот, после того, как вы сняли этот патч, естественно, да, с чистой кожи, возьмите его, положите в такую, ну, горячую водичку, не кипяток прям, да, в горячую, он растворяется, то есть немножко водички, и размешать и заморозить. Потом вы берете этот кубик и утречком пробуждаете все лицо с этим невероятно классным составом. Состав тоже можете посмотреть на сайте, я ссылочки прикреплю. Вот, патч китаю обратно и обязательно с ним что-нибудь сделаю хорошее. Кстати, еще знаете, чем мне эти патчи понравились? Тем, что они не стекают. Обычно берешь патч, приклеиваешь, он потихоньку уплыл, да, я вот другие пробовала из другой компании, из прошлой компании, и он у меня стекал. Этот патч не стекает, то есть его прям прижала, приклеила, все. Он будет столько, сколько нужно лежать. И кожа потом такая увлажненная, такая гладенькая. Я, знаете, несколько дней подряд делала на межбровку, и даже у меня межбровка стала мягче. Да, ушла вот эта вот жесткая, такая нехорошая штука. И я хочу сказать, что патчи великолепные. Поэтому у меня уже открыта новая баночка в холодильнике. И еще две я заказала. А может быть, кто-то захочет, я сразу просто отдам, чтобы человек не ждал. Либо пусть они лежат у меня все в холодильничке и ждут своего приятного очередности. Так, есть вот такие вот баночки синхровиталы. Вы увидите это название. Синхровитал, это значит, да, это, ну как вам объяснить, чтобы это гармонизировать организм, учитывая вот это вот, да, разная работу организма в разное время. Например, утром он по одному работает у нас организм, а в течение дня, да, когда мы устаем и все такое, то организм работает по-другому. И вы вот много продуктов увидите, где есть там хронолонг, синхровитал, то есть хроно, да, то есть это как бы вот гармонизирует. Вот, кстати, ритмы здоровья, они тоже витамины, которые работают именно, надо утром выпить одну капсулку, вечером другую. Здесь то же самое, то есть, например, Миша пил вот этот синхровитал именно для печени, защита клеток печени. Вообще, в принципе, я так понимаю, что печень у нас такой орган, который постоянно берет на себя всю самую страшную нагрузку. То есть пьете вы какие-то лекарственные препараты, кто там в обмороке, печень, да, едите вы какую-то гадость, печень в шоке, да, что я там перерабатываю, все это пропускаю. То есть печень — это как фильтр нашего организма. И если о ней не позаботиться, то в какой-то момент, да, она скажет: алло,
гараж приехали, поэтому для печени есть чии, есть эпамчик печеночный, есть вот такая штука, я себе тоже уже купила синхровитал, тоже его буду пить. То есть я периодически то одно пью, пропиваю курс, потом другое, потом третье, мне очень нравится. Вот Миша пропил, как бы да, молодец, но это нужно пить на постоянной основе, особенно если вы пили курс антибиотиков, то прям для печени, для поддержки печени обязательно нужно пить. Если вы делаете чистку организма, то тоже для поддержки печени обязательно нужно пить что-то, или чай, или ЭПАМ, или вот самая мощная, да, и классная штука синхровитал. Я же пропила для зрения, потому что у меня такая огромная нагрузка на глазки идет. Я все время в телефоне, в компьютере, или что-то читаю, или что-то смотрю, или что-то переписываюсь. То есть у меня глаза устают невероятно. И тем более, что у меня глазки чувствительные, и им постоянно требуется отдых, которого я им не даю. И знаете, я прям заметила, что я к вечеру так не устаю, у меня глаза не падают в обморок от перенагрузок. Поэтому тоже рекомендую. А сейчас я, кстати, пью, знаете, что тоже для и для зрения, и для мозга, для всей нервной системы, вот в такой же коробке NeuroVision. Это вот серия Nutrition, уже попалась она мне в руки, сразу про нее расскажу. Серия Nutrition – это натуральные витамины. И для меня было, знаете, какое открытие? Ну, я просто не знала. Может быть, вы тоже не знаете, и вы удивитесь. То, что во всем мире 99,9%, то есть практически 100% всех витамин в мире синтетические. И очень-очень маленькое количество витамин именно натуральные. И вот, кстати, Siberian Wellness – это гордость, вот эта линейка, это люксовая, да, линейка Nutrition, и в ней есть вот Detox, как раз я пропила Detox, смотрите. То есть это, ну, во-первых, это упаковка очень-очень крутая. И здесь разделено по отсекам, то есть здесь было 16 дней, я пила Detox программу для очистки организма на клеточном уровне. Очень сильно. То есть вы не думаете, что Detox – это значит, я не слазила с унитаза. Нет. Детокс – это чистка всего межклеточного, внутриклеточного пространства, лимфы. То есть я когда поняла, что мы, в общем-то, зачастую пьем много, да, полезных витаминов, каких-то продуктов кушаем, но у нас забит организм токсинами и не воспринимает уже, да, не берет все, что мы даем там вкусненького, да, полезненького организма. Я просто, поняв это, сейчас решила, что периодически, минимум раз в полгода я буду пропивать, даже чаще. Я просто знаю людей, которые пьют истоки чистоты несколько месяцев подряд, у них просто такие результаты по здоровью, то есть у них уходит огромное количество заболеваний, которые считались хроническими, как да, по женской части, так и по другим. То есть люди уже потеряли надежду, но благодаря тому, что они пьют истоки чистоты, ну, истоки просто дешевле. Detox — это дорогой комплекс, он около 5000 стоит, не помню точно сколько, может быть 4900 или 5200, да, ну что-то в районе 5000. А вот истоки чистоты, они более доступные, то есть они стоят в районе где-то 1200 примерно на месяц. На месяц там 3 баночки, я тоже пила истоки чистоты, и многие тоже прям вот сейчас в моей команде, девочки, которые только недавно пришли, то есть для нас этот продукт новый, мы его пробуем, изучаем, мы делимся своими результатами. Девочки прям говорят, что у кого-то жуткое высыпание, то есть выходит все из организма, у кого-то начинает, да, где-то что-то болеть. То есть истоки чистоты — это как лакмусовая бумажка. Вот где болит в организме, значит, там у тебя вот это слабое место. На него надо обратить внимание, сразу сходить там на обследование, сделать УЗИ, сходить к врачу, чтобы именно на этот орган обратили внимание. То есть он как бы выявляет то, что скрыто, потому что знаете, как обычно бывает, что человек приходит уже в больницу, когда уже как бы бывает, что лечение либо будет очень сложным, затяжным, либо вообще необратимые процессы. Поэтому периодически, делая вот такие чистки, мы помогаем себе продлить свою жизнь. И не просто продлить жизнь, а жить здоровыми, жить, да, вот, ну, сильными, энергичными, классными такими. Поэтому мне тут все очень-очень, да, нравится. Слушайте, сколько коробок валерианы и мелисса. А почему так много? Потому что
Ну, мне, например, очень нравится этот продукт. Здесь всего 30 капсул. То есть одна коробочка, это я у мамы, наверное, маме отдала. Знаете, как было? Все, я вспомнила. Я беру коробочку, открываю. Тут две упаковочки лежат. Я одну маме отдаю, одну себе. Вот как получилось. Потом опять одну маме, одну себе. Нет, чтобы купить маме, отдать и одну себе. А я делила. Валериана и мелисса. Это чудо. То есть, если вот нервозность, если не можешь заснуть, или ночью просыпаешься, да, потом не можешь заснуть, проснулся, лежишь опять потолок, то у меня просто так раньше было. То сейчас я пью магний, где у меня магний тут есть, вот, я пью магний по 2 или по 3 капсулки каждый день, стараюсь пить, вот сейчас в последнее время что-то так забывала, потому что пью много других витаминов, и валерьяночку с мелиссой на ночь. Сон божественный, легкий, просыпаясь легко. Вы знаете, у меня была такая задача просыпаться, ну, хотя бы в 7:30, потому что раньше я вот ложусь в 12, пол первого, я могу в 9, в 10 проснуться, я просыпаюсь разбитая, полдня уже ни туда, ни сюда, пока умоешься, там придешь себя в порядок, позавтракаешь, и если сделаешь зарядочку, то бамс и обед, и ничего не сделано. То сейчас я без будильника, вот сегодня я в 7 утра проснулась, легко вообще просто, хотя будильник стоял на 7:30. И я себя чувствую очень хорошо. Раньше я днем еще ложилась, днем часик-два посплю. Сейчас я не хочу днем спать. То есть это для меня это очень классный результат. И вот тоже вам да, рекомендую прям магний обязательно, а валерьяночка, мелисса это уже по настроению. Эльбифит. Эльбифит это комплекс для нормализации пищеварения и баланса микрофлоры кишечника. То есть здесь все, одна капсулка в обед выпиваешь вместе с едой и нормализуются все процессы. Эльбифит нужно пить после чистки. Вот я детокс пропила и пропила после него сразу Эльбифит. Тут всего 15 капсул, поэтому все быстро. Все очень-очень быстро. Так, где дезодорант? Для тела это использовал Михаил, и я могу сказать, что он устраняет запахи неприятные, но потоотделение не убирает, да. И, конечно, Миша был не очень доволен в том плане, что ему хочется, чтобы у него не потело, ничего не было такого. Но такое, как бы, это неправильно. То есть, если нет пота, то возможно, что будет закупорка пор. То есть, даже наоборот, хорошо, когда поры работают, выделения идут из тела наружу. Потому что, если это внутри, то это будут нехорошие процессы. То есть, самоотравление организма. Вот, ну, как бы он сказал, нет, такой не хочу. Сейчас он взял себе просто в магазине, потому что все, что мы пробовали ранее из моей прошлой компании, тоже не работала с ним. И этот дезодорант тоже он не оценил. Но знаете, каждому свое, каждому нужно подобрать что-то по душе. Я, кстати, потом возьму, попробую на себе, как мне будет. Потому что у меня такой проблемы нет. И целая упаковка вкусняшек. Давайте по порядку. Сейчас немножко уберу эти коробки, баночки. Так, ну что, сладенькое я люблю, не скрою, я сладкоежка, при том, что сладкоежка с большой буквы, но когда я пью детокс, сладкого не хочется, а когда я пила Истоки чистоты и Тригельм программу, я вообще на сладкое смотреть не могла, представляете? Но вот такие вот батончики, я попробовала разные вкусы, мой любимый вишня и банан, это просто наивкуснейший батончик, у них хорошие составы, их запросто можно давать деткам. Смотрите, здесь значит, D2 витаминчик, протеин, апельсиновый сок со вкусом вишни-банан. Ну, там даже кусочки прям вишенки есть. Я, кстати, сегодня прям чай пила с таким батончиком. Очень вкусненько, очень сытно. Ну, это как хороший перекус, да, или как сладости. Лесные ягоды. Здесь тоже протеин, малиновый сок и коллаген. То есть еще и для красоты, для здоровья коллаген полезный. И кокос. Здесь протеин, кокосовая стружка и кальций. Кальций тоже очень полезный. То есть, смотрите, разнообразие. Еще я очень люблю фундук и карамель. Он самый маленький, то есть если эти большие, по 50 грамм, то тот 25. Но вот, кстати, он даже такой маленький, на мой вкус, он очень вкусный и он самый сытный. Потом, смотрите, что я полюбила. Вместо шоколадок, вместо вредных шоколадок, я сейчас заказываю вот эти вот детские шарики. Представляете, вот один у меня здесь с какао маслом
два, вернее, с какао маслом, вкус шоколад, а один с какао маслом малина. То есть он прям, они прям розовенькие, эти шарики, невероятно вкусные, да, такая вкуснючие шарики. Я с ними просто пью чай. Для детей, смотрите, можно 15-20 штук детям. Во-первых, утолит голод и позаботится о пищеварении, и совершенно без вреда для зубов. И также он заботится о правильной микрофлоре кишечника. Если у ваших деток запоры, то, пожалуйста, дайте им вот эти шарики, пусть они их кушают, получают удовольствие, да, вы не будете им покупать вредные, да, вкусняшки, там, киндеры и так далее, то, что дети обычно выпрашивают. Это очень вкусненько и полезно. И они у вас будут здоровенькие дети, потому что, ну, это, конечно, большая мука, когда ребенок не может сходить в туалет. Мармелад. В этот раз всего 5 пачек. 5 пачек. Мы с ними тоже пьем чай. Релакс. Это для успокоения. Лучше его кушать, либо если вы понервничали, или просто на ночь, чтобы просто сладко спать. Да, если вы вечером в ужин пьете чай, то вот с такими мармеладками. Есть малина и шиповник. Это прям вкуснятина. Я, кстати, папе отвезла несколько упаковок. 5 сначала, и вот в этот раз ездил, он такой довольный, потому что ему очень, для его организма малина и шиповник это полезно, ему можно, потому что у него очень много ограничений, что он не может вообще кушать, например, мармелад с тропическими фруктами, он для иммунитета, там яблочный сок, а ему яблоки нельзя, вот, поэтому он говорит, он, конечно, очень вкусный, но мне его нельзя. Вот малиный шиповник для иммунитета полезный, и он просто вкусный, его просто вкусно можно и жевать, можно рассасывать, обалденно. И персик манго, 2 пачки, я очень люблю этот мармелад, он с биотином, он полезен для волос, да, для красоты нашей шевелюры, нашей гривы. Ведь волосы растут очень сильно сейчас. Вот я пью эти витамины, я чувствую, у меня просто волосы колоссально отросли. Уже, да, я прям думаю, еще чуть-чуть, и они у меня будут просто вырастут длиннее, чем раньше, когда я была брюнеткой. Если вы помните меня, да, в черном цвете, когда я была, то у меня волосы сейчас практически сравнялись с той длиной. То есть еще чуть-чуть, и они у меня будут еще длиннее, прям рапунцелька. Персик и манго очень вкусные, очень. То есть мармелад просто одно наслаждение, поэтому его так много, и, знаете, классно, приятно, когда чаечек пьешь и понимаешь, что ты не просто какую-то вкусняшку ешь, но это еще использует для организма. В общем-то, все, вот такой небольшой обзор. Периодически, да, что-то еще заканчивается. И, конечно, будем собирать новые пустые баночки. И тоже каждый месяц буду вам показывать, что мы скушали, какой получили результат, какие-то рекомендации. А может быть, у вас есть вопросы, тоже задавайте их в комментариях под этим роликом. А если вы хотите себе оформить либо карту клиента, либо стать бизнес-партнером моей команды, то под этим видео будет ссылка. Прям переходите смело по этой ссылочке, заполняйте анкетку, наверху выберите стать либо бизнес-партнером, либо привилегированным клиентом. Почитайте условия и присоединяйтесь в мою команду. Я вам сразу позвоню, потому что мне приходит письмо о том, что у меня новый партнер или новый клиент. Я обязательно позвоню, познакомимся, и я вам расскажу, с чего начать. Добавлю в наши чаты, если нужно, дам наше обучение и расскажу, где найти вот информацию про витамины, БАДы и все, что вам будет интересно. Я вам желаю крепкого здоровья, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новости о выходе нового ролика. Всего доброго, пока-пока!